столько энергии, столько эмоций, столько цветов, такое счастье в душе мы вот ощутили, и мы поняли, что у себя Благовещенске мы будем обязательно практиковать сильнейшие моменты, которые сегодня мы ощутили. Поэтому большое вам спасибо, от нас поклоны, и мы очень рады, что мы вообще нас пригласили и подняли на сцену, и что мы вообще приехали в Гаю. Поэтому всем Хари Кришна! И приезжайте к нам в Благовещенск. Орехово. В Россию.